Приветствую вас на канале. В последнее время очень много новостей по игре, поэтому появляюсь в эфире очень часто. В проекте стало появляться много проблем после восстановления дата-сервера. Синхронизация прошла не полностью, поэтому стали создавать посты в группах ВКонтакте. Войны в группах провести невозможно. Войны нельзя начать. В войнах нельзя участвовать. Войны нельзя закончить. Постоянные обращения в техническую поддержку привели к тому, что сервера будут еще перегружать в 2 часа ночи. Многие группы просто получат сломанную резиденцию из-за проигрыша. Компенсацию, я думаю, никому не дадут. За ближайшее время будет еще много ошибок, просим вас незамедлительно писать в техподдержку для скорейшего решения проблем. Многие, кто играют через Facebook, уже пишут вторую неделю. Все еще решают, и решают, и решают, и решают, а игроки сидят и ждут. Спасибо всем, кто смотрел. Ваше мнение и ошибки можете оставлять в комментариях. Давайте вместе будет мучить техническую поддержку.